Архитектура определяет лицо города. А кто лучше всех знает историю и тайны его улиц, дворцов и соборов? Конечно, экскурсовод. Он задаст маршрут, настроение и эмоции. О знаковых постройках Печерска и храмах Древнего Подола в выпуске про арт. Итак, посмотрите налево, посмотрите направо. Слово экскурсоводу. Месье, посмотрите налево. Сеньоры, посмотрите направо. Леди и джентльмены, не угодно ли обернуться назад? А интересно... Если еще удается, предположим, взять с собой iPad и какие-то картинки, и какого-то еще и к интернету подключиться, к какому-то музею, это вообще, ну, шикарно. Тогда, ну, такое действие уже интерактивное, очень захватывающее. Прекрасный древний город Киев. Для того, чтобы наслаждаться его красотой, нужно хорошо знать его историю. А больше всего истории мы найдем в архитектуре. Архитектура – это исторический бэкграунд любого города, но более важной характеристикой является ее принадлежность к одному из сложнейших видов искусства. И это хорошо усвоила опытный экскурсовод Инна Шкарпова, которая приехала из Латвии и полюбила Киев как свою родную Ригу. В зависимости от того, на чем ты делаешь упор, такая и получается экскурсия. А вообще считается, что архитектура – это застывшая музыка. Потому что когда мы смотрим, предположим, на тот же Мариинский дворец, мы представляем себе эти минуэты и прочее, да, то есть вот эта застывшая музыка, она как-то нас одухотворяет. И поэтому мы, киевляне, и боремся для того, чтобы сохранить вот эту музыку на улицах. Попытаемся же услышать звуки прошлого в удивительных творениях рук человека. В Киеве таких произведений искусства много. Стоит только поднять глаза и осмотреться вокруг. Барокко, готика, неоклассицизм, ампир, конструктивизм. Кто поможет разобраться? Экскурсовод. Самое главное, что ты узнаешь город больше, и ты любишь его больше. Я получаю эстетическое наслаждение. Если чего-то я недополучаю, то фантазия помогает восполнить вот это вот. Каждый раз на каждой экскурсии что-то узнаешь новое. Это здание построено в середине 19 века, использовалось для хозяйственной части. Благодаря сохранившимся архитектурным строениям, современники могут не только наслаждаться окружающей их красотой, но и раскрывать историю города, улицы, дома. И здесь неоценимо является работа экскурсоводов. Они – проводники в неизведанные тайны, сталкеры, открывающие далекие миры. История, она, конечно же, заключена и в самой архитектуре, но иногда нужно немножечко покопаться в этой старине, в этих архивах, в каких-то различных научных исследованиях. Вот для этого, наверное, экскурсоводы и существуют. На первый взгляд профессия экскурсовода кажется сухой и строго выверенной. На самом деле она напрямую связана с лицедейством. И экскурсоводу, кроме эрудиции, порой необходимы актерские способности, уверена Инна Шкарпова. Без сомнения, на это нужно делать такой очень большой упор при подготовке экскурсовода. Конечно, я это контролирую, я стремлюсь, чтобы люди общались, чтобы это не было просто, как бы, извините, говорящая голова, которая вот пришла и что-то вещает. На экскурсиях, как в театрах, есть даже свои завсегдатаи. Они приходят по несколько раз на один и тот же маршрут. И особенно вот меня поддерживает мнение таких людей, которые прожили в Киеве всю жизнь. Пришли на экскурсию по Липкам пятый раз. И после этой пятой экскурсии подходят ко мне и говорят: спасибо вам большое, я узнал очень много нового. И вот тут я уже, так сказать, думаю, наверное, я не зря работаю, потому что это действительно, ну, вдохновляет. На улице Институтской едва ли не каждое второе здание – произведение искусства 19-20 веков. Среди таких вершин архитектурной мысли – дом под номером 9. Красивые фасады с элементами готики, богатая лепнина, широкие карнизы и витые декоративные колонны, которые поддерживаются скульптурами грифонов, хранителями золотых месторождений. Знаковое место для Национального банка. Здание было двухэтажным и сразу же строилось для банка. При строительстве были использованы все технические новшества, вот на тот момент, которые существовали. Они предусмотрели еще один такой важный нюанс. Предусмотрели вентиляцию, по этой вентиляции в помещение подавался запах роз. Очень хорошо это здание отреставрировано, все восстановлено за исключением вентиляции. Вот эту фишку, к сожалению, не смогли повторить. Ну, может быть, розы не могут высадить. Помимо того, что здесь обитает Союз писателей Украины, это прекрасно сохранившийся памятник архитектуры. Особняк уютный снаружи и внутри. У него тоже есть историческая загадка, связанная с раздвижным потолком. Некогда
обустроенном на втором этаже. И вот что интересно, Симха Либерман, вот я узнала, что в этом особняке в одной из комнат сделал раздвижную крышу. Интересно, как она функционировала, если она сейчас в Союзе писателей Украины нынче в этом здании они обитают, посмотрим. Дело в том, что во время одного из заседаний Союза писателей обрушился потолок, упали несколько кусков штукатурки, никто не пострадал, но при осмотре выяснилось, что этот потолок раздвижной. И вот после этого уже стали поднимать в архивах города проект этого здания и выяснили, что строитель Владимир Николаев предусмотрел раздвижной потолок, который заказал хозяин этого здания Симха Либерман. В такой комнате во время праздника Суккот верующий иудей Симха Либерман неделю жил и молился под звездами. В советский период эту связь с космосом заделали. Когда мы подходим к какому-то готическому собору, что мы испытываем? Священный ужас. А здесь вот такое маленькое, уменьшенное в размерах, все эти башенки. И вызывает оно такое умиление. Впечатление совершенно противоположное тому, что испытывают люди перед произведениями готики. Вот это мастерство архитектора. Тяжело представить, что в этом доме долгие годы располагались коммунальные квартиры. Здесь были просто обыкновенные коммуналки. Нынче этот неоготический замок, построенный по проекту инженера Вишневского, словно в сказочной декорации воспринимается с доброй улыбкой. Когда здания покупают инвестиционные компании или же какие-то государственные учреждения занимают и стремятся восстановить, это очень-очень здорово. Скульпторы – люди творческие, и даже в застывшем камне могут запечатлевать тонкую иронию. Вот, к примеру, как Павел Алешин, который, кроме всего прочего, увековечил себя на двух барельефах, которые украшают верхнюю часть дома Ковалевского. Вот интересно, а почему архитектор Алешин решил изобразить себя именно вот на этом барельефе в образе кота? Он немножечко посмеялся над владельцем здания. То есть оставить свое изображение, которое будет постоянно смотреть на вот этого человека, который он владеет этой усадьбой, владеет этим домом. Но сверху вот такой кот, архитектор, который смотрит на тебя сверху. Мне кажется, что очень это похоже. Одно из красивейших строений середины 18 века. Благородный стиль Кловского дворца потрясает изяществом архитектурных форм. Построен для мероприятий семьи императора, но знаменит не только этим. Дело в том, что вокруг этого роскошного, шикарного, одного из прекраснейших замков киевских Кловского была высажена липовая роща. Аллеи из этих деревьев тянулись до самого Днепра, поэтому липки. Ой, это было целое событие для киевлян. Возле Кловского дворца были шикарные сады. Там было более 2120, я запомнила даже цифру, деревьев. Их срубили по приказу генерала Левашова, генерал-губернатора, в 1830-х годах. Для того, чтобы эту землю распланировали и застроили. Великолепный фасад, изысканная барокко, роскошь и позолота – все это Мариинский дворец в Киеве, построенный по проекту Бартоломео Франческо Растрелли. С 18 века дворец претерпел много реставраций. Посетители задаются вопросом, имел бы знаменитый зодчий претензии к современникам по поводу увиденного. Судя по всему, по задумке Бартоломео Растрелли, именно так и должен выглядеть царский дворец, нынешний Мариинский дворец. Я думаю, что он был бы доволен. При реконструкции дворца использованы мотивы, которые использовал этот архитектор. Но сейчас это жемчужина, в общем-то, жемчужина архитектуры. Для увлеченного своим делом историка, культуролога, каждый уголок родного города ценен. Но есть самые любимые места, которые хочется рассказывать бесконечно. У экскурсоводов на маршрутах тоже есть свои предпочтения. Без сомнения. Вот все эти древние районы – Подол, Верхний Курок и Печерск. То, из чего состоял Киев во времена Киевской Руси. Подол – старейший район Киева. Но безжалостное время поглотило много архитектурных шедевров, в том числе и церковь Рождества Христова, которую уже в независимой Украине восстановили с нуля. Еще в XI веке князь Владимир Креститель поставил на этом месте церковь Рождества Христова. Церковь неоднократно горела, перестраивалась. Последняя церковь была построена в 1809-14 годах по проекту Андрея Миленского. Но в 1935 году она была разрушена. Уничтоженная церковь Рождества Христова родилась в 2003 году. Был сохранен именно тот внешний вид, какой был задуман архитектором Миленским. С
Среди архитектурных доминант Подола – церковь Николы Набережного Мирликийского. Эта святыня времен Киевской Руси в стиле украинского барокко тоже имеет свои тайны и уникальные особенности. На этом месте, уже начиная вот с 17 века, стояла церковь. Сначала деревянная, потом каменная. И на деньги, собранные людьми, была построена эта церковь Иваном Григорьевичем Барским в 1772-76 годах. Огромную культурную ценность представляет шедевр 17 века – икона святого Николая Мирликийского. В этой церкви ведь сохранились прекрасные росписи, это 18-19 век. Ни в одной другой церкви Киева эти росписи не сохранились. А здесь, мало того, икона Николы Мокрого. В самой церкви большое количество есть икон, посвященных ему. Так что там есть что посмотреть. Возрожденная из пепла древнейшая церковь Успения Богородицы Пирогощи. Единственное строение, фундамент которого уходит глубоко в подземные воды. Эта церковь, она стояла на холме. Если бы мы с вами были во времена Киевской Руси, то мы бы смотрели на нее вот так вот. Она была общественным центром в Киеве. Подол сильно изменился в последние годы. Возникло много новых строений в новом современном стиле из бетона и стекла. Со временем они тоже станут историей. И потомки, вероятно, тоже будут восторгаться, удивляться нашей творческой фантазии. Киев. Город с большим количеством архитектурных стилей. Рождаются из бетона и стекла современные строения, которые диссонируют рядом с историческими. Подчас такое разнообразие ассоциируется в восприятии специалиста с эклектикой. Но мудрый экскурсовод знает, как выстроить маршрут и нивелировать все издержки времени. Потому что вечный город был, есть и будет прекрасен. Самая коренная киевлянка, поэтому для меня очень дорог город Киев. И хотелось бы, чтобы, конечно, все эти исторические памятники все-таки служили нашим детям, внукам. Я в восторге от этой экскурсии, от Киева. Я люблю его. Я всем советую приезжать к нам в гости, смотреть, удивляться этому чуду, которое находится на Днепре.